Итак, посетителю необходимо зачислить своего ребенка в образовательную организацию. В Центре инклюзивного образования для этого созданы все условия. Незрячий посетитель может прочитать информацию о центре на табличках и получить голосовое сообщение от специальной голосовой кнопки. Звуковой сигнал подается на вахту, где вахтер осуществляет дозвон ассистенту, который выходит к посетителю, в данном случае незрячему, и сопровождает его в образовательную организацию. При посещении образовательной организации посетитель предъявляет документы, сообщает о желании зачислить своего ребенка в образовательную организацию, ему предлагается два варианта. Либо самостоятельно пройти, используя схему расположения кабинетов, либо воспользоваться помощью ассистента. В данном случае посетитель воспользовался схемой, обозначающей место расположения кабинетов. Найдя нужную информацию, посетитель заходит в приемную, где ему предоставляются сведения по данной услуге о зачислении в образовательную организацию. Вслух зачитываются все важные документы, в которых он должен расписаться. Он проставляет собственноручно роспись, предъявляет документы, и документы ему возвращаются лично в руки и задаются уточняющие вопросы. Посетитель уходит довольным.